Жители одного из микрорайонов Шымкента вступились за многолетние деревья у многоэтажек. Они узнали, что подрядная организация по заданию чиновников запланировала на этом месте построить большую парковку для посетителей сквера, который тоже пока в планах. Остановить лесорубов вышли даже дети. Они принесли с собой плакаты. Почти 90% деревьев было спилено, деревья живые. И сейчас там ведется строительство. Понимаете, нашим детям, мы живем и так в этих железобетонных коробках, наши дети не видят вот чистого воздуха. С той стороны дорога, с этой стороны это легкие. Они прошли с бензопилой, знаете, не по деревьям, а по легким нашим, наших детей и наших внуков. Мы хотим дышать чистым воздухом, чистым. Среди жителей есть и те, кто за строительство парковки. Сейчас подрядчик спилил уже 7 деревьев, но в Управлении развития комфортной городской среды говорят, разрешение на вырубку деревьев они не давали. В Управлении строительства сообщили, что с документами на застройку все в порядке. В местном акимате решили пойти местным жителям навстречу и провести анкетирование, чтобы узнать, кого больше, желающих иметь возле дома парковку или тех, кто хочет сохранить деревья. Жителям было разъяснено о необходимости протокольно это зафиксировать, потому что изменения в ПСД вносятся только согласно протокольного решения. Они все разъяснили, сказали, за 2 дня все подготовят, сделают, и все будет передано в Управление строительства.